вечер, наши в высшей степени немногочисленные дуренхаузные друзья. Сегодня здесь играет группа «Выход» из города Санкт-Петербурга, в облегченной версии, называемой «Light», то есть «Визитом секции». Ну, это завершающий концерт в этом году. Больше вы нас до 7 января в Москве не услышите, не увидите. Вот поэтому, а время у нас до 10 часов, поэтому надо начинать, иначе мне ничего не успеем сказать. А мы же настоящие маньяки, и пока нас не вынесутся со сцены, сами не уходим, поэтому, думаю, сейчас 45, самое время, чтобы начать. Ну, как всегда, ничего нового не услышите, скорее всего, потому что группа выходит не меня, не репертуар, не состав. На сегодня, в общем, состав довольно традиционный. Ну, поехали. Я не буду говорить, что дальше следует сериал, цикл, так называемый «Ранние любовные лирики». А просто начнем. Ничего.
я не смог. Что-то внутри влекло меня к окну. Я шагнул и взглянул. Ничего.
девочки на встречу шли, такие, как в кино. Но мне было по кайфу, и больше ничего. Но одна балдежнее всех была. Но под окном моим когда хорошо. Я ей позвонил, сказал, пойдем. А мы будем хиповать с тобой вдвоем. И нам будет по кайфу, что тебе еще. Завершающая часть. Грустная. Thank you.